что-нибудь такое. Че, как психи вниз лететь может? Стыдился бы. Не убил Панцерфауста. Самый актуал 400 DPS, 47 общее. Ну или общую под себя, все остальное по 40. Это для тех, кто хочет на 400 DPI играть. Бездушный чел. Че, в центре просто сидит. На чё расчет? Сколько я ему влил. Без заднего колеса он не уедет никуда. Ему сейчас только обратно возвращаться. По идее. Он еще не вернулся. Буря все портит. Я не увижу его, бурю просто. А почему она не через него прошла, чтобы у него просто смог сдуло? Капец, Анлука. А его что, этот снайпер сдул, что ли? И куда ты на бесколесный мотоцикл хочешь сесть? Ну что это? Ему еще сзади стрелял кто-то. Надо перекрывать. У меня аптек нет. Не попадешь. Вылетает, умирает.
Захантим. Куда едет? Как будто бы тайминг просрал. Не понял, куда он ехал. А, все увидел. Будет останавливаться, интересно, или нет? Не, наверное, дальше поедет, слушайте. А дальше поехал. Здорово, Монтана, привет. Привет, Стампова, здорово. Почему китайцы залетают на другие серваки? Ну, тут два варианта. Либо им на китайских серваках потно играть ранкет, потому что там реально потный ранкет. Либо... Ну, не просто тестят софт. Тачка приехала. Надо было так сделать, чтобы он подставился, конечно. Его сейчас хер оттуда спушишь. Тачку перегнал. Ё-моё. Сидит. Он туда на глайдере. Thank you.
Блин. Не, короче. Теперь эти про меня знают. Ладно. Он, короче, через левый ангар теперь пойдет. Вот сюда. Надо тут ждать. Ну или может, кстати, сюда пойти еще. В теории. Но я бы на его месте туда бы пошел. Хотя нет, я бы на его месте сюда бы пошел. Зона дерьма кусок, честно говоря. Уже прям не придумаешь зону. Тут неудобно. Крайне неудобно. Крайне неудобно. Ну что? Не попадаю. Здорово. Hello. Hi. Hello, hello. Go. Not helmet, not helmet. Not helmet, not armor. Okay? Let's go. And fight! Fight, fight. Oh! Но он, видимо, вообще не знает. Он просто кидает сковородку. Ну он просто не понимает. Как объяснить, что нельзя кидать? Жесть.